Сборочнику. Это видеоблог, самый главный видеоблог. Да. Там очень много людей, Серега. Очень много на один квадратный метр. Очень много людей на один квадратный метр, это проблема, что у меня нет места, это надо решать проблему. За что мы платим? За что мы платим деньги? Оль, за что мы платим? За токсиков. За токсичные чувства. Все булят меня тоже. Да, как можно. Да. Как же хорошо, что мы такое время пришли. Сидим. Никита Лазарев. Завуча до того, скатился, что сижу на полу.